Проблему ветхого жилья пытаются решить в Атырауской области. Более 1,5 миллиарда тенге выделили из областного бюджета для приобретения квартир 80 семьям, которые проживают в аварийных домах в центре Махатского района. А в поселке Досорб завершается строительство трехэтажного дома на 60 квартир. В райцентре больше сотни домов, построенных около века назад. Они признаны непригодными для жилья. Большинство их владельцев арендуют другие жилища или же переехали к родственникам. Но те, кому некуда идти, остаются в аварийных зданиях. Власти обещают решить проблему поэтапно. В этом году планируют снести 2 16-квартирных дома, а в целом по Махатскому району в очереди на жилье стоят 800 семей. До конца года очередникам предоставят 140 квартир. Строительство 60-квартирного дома будет завершено в конце июня. Это жилье предоставят очередникам. Вместе с тем решим проблему расселения жителей двух домов по улице Кудабаева. На это из областного бюджета выделили 68 миллионов тенге.